Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с смартфоном, а именно с линзами для смартфонов. Так, например, появился у меня смартфон Asus Zenfone 8 Flip, который достаточно толстый, и стандартные крепления, которые были до этого, увы, не подходят к нему. Сейчас мы это все дело рассмотрим и увидим. Но ввиду того, что компания Pixel выпустила вот такое вот крепление, которое у вас сейчас перед глазами, для того, чтобы скреплять различные камеры, которые расположены нестандартно. Сразу же хочу сказать, что данное крепление было в основном разработано для смартфонов Apple, начиная с iPhone 11, 12, 13, где есть три камеры, чтобы именно для них осуществлялось крепление линз для того, чтобы снимать мобильную видеосъемку. Мне нужно для аноморфных линз для смартфонов, поэтому я и приобрел данный вариант. Все это шло достаточно продолжительное время, где-то заняло около месяца, доставлял у нас почта России, но здесь вот была надежная упаковка, поэтому особо они не смогли уничтожить данное крепление. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Ну и давайте посмотрим, что из себя представляет упаковка. Упаковка вот такого плана. Здесь есть возможность, во-первых, установить на смартфон, во-вторых, здесь есть резьба 17 мм для того, чтобы закреплять ваши линзы, если у них такие же диаметры. Дальше есть холодный башмак для того, чтобы установить какое-то оборудование, например, свет. И есть крепление 1/4 дюйма, чтобы закреплять на штативах, ригах, ну и тому подобное, чтобы все можно было это делать, производить. Вот такая вот упаковочка. Давайте же смотреть, что находится внутри. А внутри нас встречает само крепление, там еще какие-то наклейки, инструкция по эксплуатации. Как обычно, у нас идет на двух языках: китайском языке и английском языке. Ну и вот здесь вот продемонстрированы различные варианты, в том числе, кстати, крепежи их линз, дальномеров так называемых. Ну, здесь все продемонстрировано, как это все дело осуществляется. Давайте продолжим и посмотрим непосредственно, что находится внутри. Здесь какие-то мягкие для того, чтобы их устанавливать. А вон полоски видны. Для того, чтобы ваш смартфон дольше прожил. Вот крепление. И здесь различные толщины, по 3 нарезки, уже сразу же готовы. Разные толщины, тут 1.5, где-то 2 мм и около 3-4 тоже. Отложим. Так, ну и вот что из себя представляет крепление такого плана. Здесь вот холодный башмак. Дальше здесь крепление идет линзы вашей. И здесь вот крепление на риг 1/4 дюйма, либо на штатив. На разнообразные толщины смартфонов можно разместить. Так, ну у меня ввиду того, что линзы находятся где-то здесь. Давайте, кстати, вот посмотрим. Вот у меня здесь есть линзы, вернее линза. Вот стандартное крепление, которое шло, вот аноморфная линза. То есть, если посмотрим, вот это на максимуме открыто. Здесь. И оно, увы, тут еще стекло наклеено. То есть не может закрепить. Возможно, если бы стекла не было, кое-как засунули бы. Но тут еще про резиненные поверхности, поэтому вот это крепление не подходит сейчас, в данном случае. Давайте установим линзу. Ввиду того, что производитель один, вот так вот устанавливается. Наклеивать я уже не буду. Так, и вот таким образом устанавливается линза. И осуществляется съемка объектов при помощи аноморфной линзы.
никаких проблем. Как видим, все прекрасно снимает. Единственное, была бы лучший вариант, что чуть-чуть бы поменьше, но это стандартное такое крепление. Немножко вот выходит за смартфон, но выполняет свой функционал. Поэтому, если у кого достаточно толстые смартфоны, рекомендую данное крепление для того, чтобы у вас не было никаких проблем с установкой внешних линз для смартфона. Ну, например, аноморфных линз для того, чтобы производить какой-то съемочный процесс. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков. И это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфный Уланзи, что вы сейчас видите перед глазами. Поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Уланзи каждому желающему, причем отправлю любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Итак, я вам продемонстрировал крепление APXL APL-F201, который предназначен для закрепления на смартфоне. При этом можно установить дополнительно свет, холодный башмак, а также установить на риг, либо на штатив при помощи резьбы 1/4 дюйма. Можно устанавливать на различные смартфоны по толщине, которая существует на данный момент, и производить те или иные виды съемок с теми или иными линзами. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Представил вам крепление для смартфонов APXL APL-F201, чтобы на него закреплять линзы для смартфона. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.